Слава нашему Господу! Еще раз я всех вас приветствую любовью Иешуа. И мы с вами продолжаем изучать послание к Коринфянам. У нас концовка 3 главы. Четвертой. А вы следите, да? Это хорошо. Четвертая главы. Хорошо. Мы в прошлый раз чуть-чуть коснулись, вот 8 стих, я начну с 8 и зачитаю до конца главы. «Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти. Потому что мы сделались позорищем для мира». Для ангелов и для человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры в Мессии. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. Мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне». Не к постыжению вашему пишу это, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас в Мессии Иешуа благовествованием. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Мессии. Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих в Мессии, как я учу везде, во всякой общине, как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились, но я скоро приду к вам. Если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу. Ибо Царство Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите, с жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости? Амен. Отрывок довольно такой жесткий, дисциплинирующий. И знаете, меня иногда спрашивают, почему ты такие проповеди говоришь? Вот жена моя спрашивает, у нас же нет такого. Я говорю, вот и хорошо, что нет, для профилактики говорю. Надо говорить не тогда, когда уже случилось, а до того, как это все произойдет. Понимаете? Поэтому действительно, слава Богу, что мы можем это слово слушать непредвзято, думая, это он нарочно говорит, потому что вчера вот такой инцидент произошел, допустим, да? А когда мы можем действительно воспринимать это слово здраво, непредвзято, и именно это позволит нам внутри себя построить тот фундамент, ту базу, которая не позволит нам уклониться в те вещи, которые были, Коринфянской общине. Как я уже сказал, община в Коринфе, она была очень одаренная. Много даров Святого Духа. Во всей полноте община обладала. Но состояние внутренней общины было нездоровым, к сожалению. И еще раз хочу напомнить, что наличие даров Святого Духа не является гарантией успешной жизни в Боге или успешного служения. Человек может обладать дарами и быть очень одаренным, и при всем при этом быть за пределами служения. Бог ищет сердце, посвященное, преданное. И тогда он может использовать даже то небольшое, что есть у любого человека. В этом тексте видно, что Рабби Шауль, говоря к коринфянам, показывает им, что вместе с тем, что они, как апостолы, гонимы, он, Аполлос, другие, Варнава в том числе, мир, он гонит апостолов, не желает их воспринимать как что-то серьезное. Он все время здесь говорит, как прах, как сор. И получается, что коринфяне вместе заодно с этим миром. Потому что он обращается, говорит, вы уже присытились. Вот начало отрывка, да?
Что такое присытились? Объелись уже. Уже вкусно им невкусно. Уже хлеб им не хлеб. Уже надоело. То есть они настолько хорошо питались духовно, что им кажется уже, коринфянам, что что там Павел, Аполос, сколько можно уже их слушать. Хочется уже послушать что-нибудь такое вот. Тибиен там. Что еще бывает? Помогайте. Синеэл там, вот это все. Я никогда не критикую христианские каналы, но человек не может духовно вырасти, питаясь этой пищей. Понимаете? Только поместная община. Это не значит, что я для других буду хлебом. Может быть, какой-то кусок, да, но каждое поместное общение, служитель, пастор, пресвитер, он должен питать общину. Он и никто другой чувствует каждую клетку этой общины. Он точно знает, когда и в какое время дать хлеб. Причем хлеб всегда должен быть свежеиспеченный и приготовленный руками служителя, а не содранный откуда-то. Конечно, мы читаем книги, мы какие-то материалы смотрим, да и аминь. Но применительно к поместной общине, да, только пастор знает, что действительно нужно сегодня. И практически всегда, когда я приезжаю куда-то, я спрашиваю у служителя, какую бы тему ты хотел, чтобы я затронул, да, если пастор говорит, как Бог положит на сердце, свободно, я молюсь. У меня случай был такой, я был на Украине, это был 2009 год, наверное. Мы с моим другом поехали, было служение в Киеве, пригласили, я поехал, послужил в Слове, все там. А потом мы поехали в деревню там, деревня в полном смысле слова. Далеко от Киева, далеко, 60 километров, Евминка там, такое, знаете, такая хата, домик такой с тарасовскими стеклами полукруглыми еще. Вот. И на служение пришли, я не помню, там, меньше, чуть 10 вместе со служителями нас было, да. Помню, доярка там была такая крупная, очень молодая женщина, метра под два ростом такая, гренадер. Она пела таким голосом, я думал, стекла вылетят. Звонкий такой голос. И мы втроем должны были, я второй должен был проповедовать, первым должен был мой друг Валера, он уступил, он говорит, все скажет он, и сел. И приехал из области там старший служитель, который курировал вот эту группу. И я, когда встал, я начал проповедовать, помню, как сейчас, это было по Евангелию от Иоанна, по 14 главе, вот. Я проповедую, слышу, они переговариваются, вот сидят вот здесь. Нас, знаете, вот как в этих общинах, как я говорю, в президиум посадили, мы три брата сидим с отдельной лавкой, за столом, и так вот сестры. В общем, я проповедь передал, и брат говорит, давайте помолимся. Мы помолились, и аминь, и все. И оказалось, что вот этот служитель приготовил точно такую же проповедь. Название темы – слово в слово. Место из Библии, 14 глава Евангелия от Иоанна. И сноски, знаете, вот по пунктам, три пункта, вот как будто писали мы эту проповедь, друг у друга переписали, понимаете? Вот Дух Святой действительно направляет дать какое-то слово. Там покаяние было вот после этого. Это удивительно на самом деле. И каждая поместная община, понимаете, нуждается. Поэтому, если мне, допустим, говорят, свободная тема, большая часть я молюсь, о чем говорить. Чтобы понять,
почувствовать, да? И слава Богу, вот вообще это удивительные моменты, когда вот такое происходит в твоей жизни. Это невозможно угадать. И он не стал проповедовать, он тоже был очень удивлен. Мы потом обедали в деревне, там картошки наварили. Сестра, которая шла на служение, там по дороге сорвала штук 5 белых грибов таких, они прям туда в кастрюлю их покрошили. Все такое, знаете, вот такая пища деревенская, простая, но... Да, да, особенно вот, ну, знаете, когда давно не был там. Я искренне желаю, чтобы никто не пресыщался Божьим Словом. Пресыщение – это состояние, когда человек уже начинает уходить как бы с орбиты. Божьим Словом невозможно пресытиться. Невозможно. Вот мы были в Калуге. Я был один, вы знаете, да, Ира не смогла поехать. И так там вот я прям, ну, почти все пастор Григорий мне отдал. И там молитвенное было. Он говорит, пастор Ростислав, скажи там слово, все. А у меня на сердце, вот знаете, я вроде как, ну, нормально, я готов говорить, но я говорю, я хочу вот побыть, просто побыть с вами, послушать. И не стал проповедовать. Не потому, что нечего. Понимаете? Иногда мы должны быть чувствительны просто голосу Святого Духа. И вот для меня было просто благодатью посидеть вместе со всеми вот так в зале, благословиться, послушать то, что люди там, несколько человек по 10 минут сказали. Была молитва, потом слово, коротко, знаете, вот молитва, слово. И... Пресыщение – это когда человек питается неправильно, когда человек как бы, ну вот перед едой нахватается чего-то сладкого, вот тогда только будет нехорошо. Мы должны понимать, что когда мы обогащаемся в Боге, здесь нету потолка. Павел пишет, вы уже присытились, вы уже обогатились. Я желаю, чтобы мы никогда не чувствовали себя, что мы уже обогатились. И мы уже все знаем. Мне приходилось такое слышать, когда человек говорит, я Библию прочитал, я уже все знаю. А я чем больше читаю, тем меньше понимаю, тем меньше знаю. У меня вопросов сегодня больше, чем 15 лет назад. Понимаете, вы меня спросите 15 лет назад, я на любой вопрос знал ответ. Сегодня нет. Потому что чем ближе мы подходим к Богу, тем глубже мы начинаем понимать, что Он непостижимый. И если мы будем царствовать, то только со Христом, только с Мессией. Павел говорит, вы стали царствовать без нас. Знаете, что это означает? Община, которую Павел родил, воспитал этих людей, научил их всему. Они ему говорят, Павел, мы теперь без тебя все знаем, давай, не мешай нам. Мы обойдемся. Они уже царствовать начали. Дальше затронут отрывок, вот с 14 стиха, мы сейчас подойдем к нему. И я бы хотел связать вот это царствование с этим кусочком, когда он говорит, что у вас много учителей, но очень мало отцов. Когда дети вырастают, когда дети растут, они все время хотят быть самостоятельными. Вот внуки сейчас у нас. Да, в 3 года ребенок уже все, она все знает, она хочет быть самостоятельной и так далее. И в 18 лет то же самое. Только меняются как бы точки приложения в жизни у 3-летнего ребенка и у 18-летнего человека. И я думаю, что родители, конечно, должны постоянно давать возможность ребенку проявлять эту самостоятельность, но под строгим присмотром родителя. Никогда не отпускать это совсем. Потому что в данном случае... Павел, что он делает? Он возвращает коринфян в колею, потому что их уже заносит очень сильно. И он им говорит, ребята,
Вы сильно ход набрали. Вы уже не вписываетесь в повороты. Вам кажется, что вы уже царствуете. И он говорит, а левай, чтобы так было. Я бы хотел, конечно, чтобы так было. Но судя по вашему поведению, это не так. В пятой главе мы увидим, почему, но и не только это. Он говорит, я бы хотел, чтобы вы царствовали, и чтобы мы с вами тоже царствовали. Вы знаете, такой принцип, вот очень сильный, да, который озвучил Иешуа, ученик не больше учителя. В иудаизме вообще считается, что если ученик показывает знания в присутствии учителя больше, чем может показать учитель, это еще не значит, что учитель как бы не знает. Но бывает так, что ученик просто демонстрирует, как бы. То в иудаизме это, ну, вещи очень такие тяжелые, страшные. Считается, что ученик не доживет до конца следующего года. Вот год он не доживет. Это вы везде можете прочитать в еврейской литературе. Речь идет о пятой заповеди, понимаете? Уважение. Не всегда нужно говорить то, что ты знаешь. Не всегда нужно это показывать. Зависит еще от аудитории. Для того, чтобы не соблазнился кто-то. Возможно, учитель хочет дать возможность людям подумать. Как-то все это покрутить. Да? А ученик раз и обрезал то, что хотел он сделать. И ему кажется, что он знает больше, чем учитель. На самом деле учитель просто мудрее. И он дает возможность развиться ситуации. Это один из множества вариантов, которые в принципе могли бы произойти. И вот Рабби Шауль говорит, потому что я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти. Как бы приговоренными к смерти. Что это за состояние такое? Откройте второе, пожалуйста, послание к Коринфянам. Первая глава, 9 стих. Рабби Шауль эту мысль повторяет во втором послании тоже. И это очень интересно. 9 стих, 2 Коринфянам, 1 глава. «Но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего из мертвых. Аминь». Что здесь имеется в виду? Это состояние, в котором жил Павел. И я вам скажу, что действительно нужно жить в этом состоянии, как бы приговоренный к смерти. То есть ты каждый день ожидаешь, что ты можешь уйти с этой земли. В этом состоянии человек будет стараться сделать самые главные вещи. Он будет пытаться закончить то, что не успел закончить. Понимаете? И приоритет, шкала приоритетов должна правильно быть выстроена. И он говорит, я желаю, чтобы так жили вы. Я возвращаюсь к нашему тексту. И он говорит, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти. То есть состояние человека, который погрузился в Бога, погрузился в этот Дух Божий, он фактически уже живет в переходном состоянии в Царство Небесное. На этой земле он еще живет, но уже ничто не держит, уже ничто не манит, уже не так его как бы, ну не так вот болит живот, когда сосед новую машину купил. Уже не болит живот. Или там обои поменял дома, или что-то там еще купил. И он уже видит небо, ему уже там как бы будущее простирается человек, но еще на земле. Вот это он живет, как бы приговоренный к смерти. Зная, что мы уйдем с этой земли. Я вам хочу сказать, друзья, основная масса людей, которые не верят в Бога, так не живут. Почему? Они концентрируются на жизни вот этой на земле. Они абстрагируются от смерти. Они стараются отодвинуть это как можно дальше и не думать об этой категории. Зачем сейчас надо жить, пока вот я живу? Молодой, не молодой, пожилой. Человеку все равно кажется, он только начал жить. Умом-то он понимает, что уже как бы да.
Но внутри ему кажется вся жизнь впереди. Вот сестра Оля согласна, кивает. А? Молодежь наша вот тоже согласна. Все впереди. Так у нас таки да, все впереди. И это не иллюзия. Это реальность. Просто мы ее пока не можем увидеть, и поэтому мы верим. Мы надеемся, а надежда не постыжает. Вы помните, что есть вера? Это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Выучите этот стих на память. Он должен быть на скрижалях сердца. Да, Евреям 11 глава, 1 стих. Аминь. Как бы приговоренный к смерти. Понимаете, человек, который сидит в камере и ожидает исполнения приговора смерти, ему какая разница, какие цены на бензин, или помидоры подорожали, или нет. И на джинсах что там написано? Levi's или не Levi's? Ему все равно. Не об этом он сейчас должен думать, правильно или нет? Почему Рабби Шауль об этом говорит? Если неверующие люди абстрагируются от смерти, то мы наоборот. Мы абстрагируемся от земной этой жизни. Мы живем, и они живут. Мы умрем, и они умрут. Но осознание и ожидание этого момента очень сильно у нас отличается. Почему? Мы ожидаем рассвет, мы ожидаем день и то, что увидим Господа. И мы из худшего мира идем в лучший мир, а у них наоборот. Они сейчас тут на земле все пытаются взять от жизни, а вот это пытаться взять от жизни все... Вот у меня ассоциация, это как человек, который на помойке роется и думает, что он богатство нашел. Понимаете? На мусорной куче. Радуется. У него куча такая есть, мусора большая. С собой ты не возьмешь ничего. То, что мы на этой земле обладаем какими-то предметами, мы их имеем только для того, чтобы пользоваться, будут они или нет. Мы уже учимся не обращать внимания особо на эти вещи. И дальше он говорит, мы сделались позорищем, буквально зрелищем, как бы приговоренные к смерти. Это люди, которых выбрасывают на арену, на съедение диким зверям вот этим. И он говорит, для мира, для ангелов и для человеков, он говорит, мы безумны ради Мессии, а вы мудры. Мудры. Что это означает? Мы безумны ради Мессии, а вы мудры. Коринфяне очень хорошо научились ладить с этим миром. Ну, как бы жить с ним в хороших отношениях. Он их не трогает, они их не трогают. Дружат, знаете, с теми, с другими. Рабби Шауль говорит, а мы... как сумасшедшие. Проповедуем, только про Царство Небесное говорим. А у вас все налажено. И как бы... община должна отличаться от мира, возлюбленные мои братья и сестры. И слава Богу, что мы все в этом согласны. Да? Я, да, хожу, делаю замечания. Ну а что делать? Для этого меня Господь-то и поставил. Конфеты детям не давать. Не давать. Полтора часа могут без конфет, я считаю, дети побыть. Правда? Поэтому на выходе отсюда можете угощать, а лучше не надо. Замечания делаю. То это, то то. Зато каждому хорошо, когда мы знаем, что есть порядок. Правильно? Когда есть порядок, проще. Все понятно тогда.
Служение должно начаться в 7. Вот оно в 7 начинается все время. Да? Но представьте, если оно начнется в 9:30. И потом только все вот это. Для всего в этой жизни должно быть отделено время. И время, которое мы отделяем для Бога, вообще не принадлежит никому. Ни мне, ни тебе. Это Его время. Мы безумны ради Мессии, а вы мудры. То есть вы приспособились. Мы немощны, а вы крепки. Понимаете, представьте себе, апостол Павел немощный, а коринфяне крепкие в вере люди. Это сарказм. Он это говорит, обличая коринфян. Вы в славе, мы в бесчестии. Когда сегодня мы читаем послание к коринфянам, скажите, кто в славе, а кто в бесчестии на самом деле? А? Апостолы в славе, конечно. А община получает нарекание, выговор. Он говорит, даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся. И трудимся, работая своими руками. Гонят отовсюду, как ссор для мира, как брак всеми попираемый. То есть ни во что не ставят апостолов. Сегодня по прошествии 2000 лет, во-первых, апостолы сядут судить 12 колен Израилевых, да, на минуточку, но не коринфянская община. И сегодня в городе Коринф, я не знаю, есть община или нет, я имею в виду вот действующая, живая такая, чтобы там. 14 стих. «Не к постыжению вашему пишу это, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. И хотя у вас тысячи наставников, отцов у вас мало». Дело в том, что Коринф – это был город, лежащий на перекрестке морских путей. Он был просто перенасыщен странствующими проповедниками. И представьте, что в этой общине в эту субботу один учит, в следующую субботу другой, третий, пятый, десятый. Все они проповедуют, все они что-то говорят. И это то время, когда еще нет Нового Завета, не забывайте. С одной стороны, это сильно ограничивало людей, которые могли бы выйти за кафедру. С другой стороны, таких людей было достаточно много, несмотря на то, что это было давно. И у коринфян как бы происходил салат вот в голове, каша. Мы в прошлый раз об этом говорили, о том, что должна быть обязательно последовательная подача материала. Нам хочется как бы сразу, вот раз, и ты уже все умеешь. Раз, и ты все знаешь. Но это занимает время. Много времени. И для того, чтобы поднять и построить, да, и поднять учеников, действительно, это занимает очень много времени. Когда Павел открывал общины, почему он мог через полгода уже уходить и оставил на свое место человека пастором, да, какого-то? Потому что это были люди, которые были раньше в иудаизме, они покаялись. Павел просто отредактировал немного их понимание Мессии, знание текстов танахических у людей уже есть, авторитет духовный уже есть, прихожане тоже фактически уже есть. Потому что если каялся начальник синагоги или там раввин какой-то, понятно, что весь приход вместе с ним уже
принимал это учение. И если это был, например, язычник, то это могло потратиться там 15 лет, пока он нормально вот построится в своем сознании, как верующий человек, и сможет что-то делать, возглавить. Может быть, 10 лет, я не знаю, зависит от человека. Но мы будем это еще читать в послании Тимофею, это пасторские послания, два послания к Тимофею, послание к Титу. То есть это апостол пишет пастырям, чтобы пастыря не ставили новообращенных на служение. Сегодня очень похожая ситуация. У людей может быть 1000 наставников через телевидение. Христианское телевидение. Огромное количество людей. Я не говорю, что все они неправильно учат. Есть там и такие, конечно. Особенно много их на TBN и на CNL, к сожалению. Потому что за все отвечает серебро. Это еще Соломон написал. Понимаете? Я уже не говорю про то, что ереси присутствуют в полном объеме. И даже махровые. Но даже если это было бы все правильное учение, оно не подается систематически. Я вам всегда это привожу в пример. Что если ребенок ходит в школу с 1 по 12 класс, то в конце он может сдать экзамены и получить багрут или аттестат зрелости. Но материал ему нужно весь пройти последовательно, правильно? Но если ребенок будет ходить в школу 12 лет, и ему вперемешку будут давать материал и предметы, он ничего не выучит и экзамены не сдаст. Он не будет понимать суть предмета. Павел говорит, я родил вас, Вишуа Мессии, благовествованием. Учителей может быть много, а вот отцов нет. И людям кажется, что если человек много знает, то он умнее, он как бы может больше дать. На самом деле именно отцы способны дать правильное вот состояние внутри, в духе человеку. Я сейчас имею в виду только духовный уровень, конечно, земной тоже, но, как правило, люди ценят это потом, когда отцы уже уходят. При жизни им кажется, ну, как бы, уже все знаю. Вот точно, как в этом тексте. Все умею, все знаю. Но когда человек сам потом становится как взрослый, он начинает сталкиваться с массой вопросов, которые нужно решать. И мудрость заключается в том, чтобы ценить не после, а до и во время жизни. Для чего? Для того, чтобы большему научиться быть в контакте, иметь возможность спрашивать. И получать ответ на эти вопросы. Хождение вместе, понимаете? Вместе что-то делать. Тогда можно научиться. Вообще, обратите внимание, мы всему так учимся на земле. Как можно научиться ездить на машине? Надо с учителем заниматься и научиться ездить, правильно? Как научиться готовить? Надо вместе стать и приготовить. Потому что если вам дать список продуктов, вы не приготовите то же самое. Потому что нужно еще знать, в какой последовательности и как. И всегда есть нюансы и тонкости какие-то. То же самое в духовной жизни, друзья. Огромное количество нюансов и тонкостей.
И поэтому Рабби Шауль говорит: умоляю вас, подражайте мне, как я подражаю Мессии. Я думаю, что если мы имеем примером каких-то людей, и у меня тоже в моей жизни есть такие люди, которые я вижу, как они идут за Христом, они подражают Господу, я от них учусь то же самое делать. Понимаете? И надеюсь для кого-то тоже быть человеком, который может чему-то научить, что-то показать. Нас интересует на самом деле, как это работает в реальной жизни. Не информация, она в книжке вот написана, ее можно прочитать. Толкование, объяснение, знание я имею в виду. Но опыт духовного хождения в Боге – это только практика. И для этого нам нужны рядом наставники, которые уже это проходили не раз и знают, как это сделать. Когда человек идет в горы, ему нужен проводник, правда? Не нужен? Счастливого пути тогда я желаю, если вам не нужен проводник. Это билет в один конец. Да. Это если не на ужин, так на завтрак. Волки съедят. Или медведи, или замерзнет где-то, или упадет, или сорвется. Нужен проводник. Нужен тот, кто знает дорогу. Нужен тот, кто знает, где заночевать и как заночевать. И когда надо разбить лагерь. Потому что проводник будет ставить ночлег в 4 часа дня, а тебе будет казаться, ты еще до 8, еще 4 часа можно идти. Но если ты эти 4 часа пройдешь, ты уже до утра не дотянешь, потому что ночевать будет негде. А он это знает. И четко разбивает день на переходы. Вы посмотрите, если я интересовался, просто мне интересна эта тема. Вы посмотрите, как альпинисты штурмуют вершины. Ставится базовый лагерь. Да, ожидается погода. Потом они выдвигаются на определенную высоту. Весь момент, то есть люди могут 5 лет готовиться, чтобы 200 метров пройти. А иногда не могут пройти эти 200 метров. И приходится возвращаться назад. И много гибнет. И все они опытные, и все идут с проводником. И все равно потери. Так я хочу вам сказать, что это легче, чем идти туда, куда мы с вами движемся. Причем та дорога, которой мы с вами идем, все получат награду, все чемпионы будут. Там не будет, понимаете, отстающих и так далее. Все, кто войдут в Небесное Царство. Конечно, там тоже есть определенные градации и так далее, но это все с венцами, это все чемпионы. Венец жизни каждый получит, кто войдет в жизнь вечную. Это в Писании написано. И я пытаюсь показать, что если в обычной земной жизни мы понимаем, что и пойти и подняться на вершину, да, что вот я сегодня могу пойти туда и залезть, нет. Это надо всю жизнь этим заниматься. И только одному вот этому посвятить всю свою жизнь. Но это земной уровень, опять же. Если мы хотим войти в небо, мы должны подражать Христу, мы должны подражать Мессии. И для этого мы понимаем, что Его жизнь, она не была нацелена на опережение других людей на этой земле. Напротив. Знаете, вот как артисты, они хотят, чтобы свет направлен на них был на сцене. А мы наоборот, мы должны свет на Иисуса направить и показать людям Его, а не себя. Это совершенно другой подход к жизни. Не на себе концентрировать внимание, а на нем. Но если он живет в нас, тогда можно сказать, как сказал Павел, подражайте мне, как я подражаю Мессии.
И для этого нужно, конечно, колоссальное посвящение. Для этого он говорит: «Я к вам Тимофея послал, моего возлюбленного и верного сына, который напомнит вам о путях моих в Мессии». Павел здесь как бы выставляет свидетеля о своей жизни, чтобы не самому о себе говорить, хотя мы дойдем до текста, где он говорит: «В безумии говорю». То есть его уже так достали, что он уже сам за себя говорить начал. Но пока здесь он посылает Тимофея и говорит: «Тимофей вам все расскажет, как я живу в Боге, о путях моих в Мессии, как я учу везде, во всякой общине». И он говорит: «Только из-за того, что я пока к вам не пришел, там у вас, говорит, возгордились люди, короче. Но скоро я приду. Сейчас, сейчас. Еще чуть-чуть, он говорит. Если будет угодно Господу». И он говорит: «Испытаю не слова возгордившихся, а силу». Вот этот момент, он очень мощный. Говорить человек может все, что угодно. Павел говорит: «Я приду и испытаю силу их жизни». Не слова, которые люди говорят, а по плодам хочу проверить. В словах будет сила тогда, когда это будет пережито. И вот посмотрите, даже взять жизнь Давида. Ошибки были, и очень серьезные, правда? В современной церкви его бы не на замечание, наверное, взяли, а на отлучение пожизненное за его, как бы, вот эти все дела. Но Бог говорит: этот человек, он по сердцу моему. Почему? Потому что на самом деле все такие, как он. Все прелюбодеи и убийцы. Писание так говорит. Но Давид искал Бога всем своим сердцем. Для него центр жизни был Бог. И в его жизни была сила. Он был сильным царем. В чем была его сила? В том, что он не брал силой ничего на этой земле. А наступало время, и это приходило в его жизнь от Бога. Павел говорит: «Я приду, я испытаю этих людей, я их проверю». Знаете, чтобы так сказать, надо иметь внутри стержень, согласитесь, правда? Это сказать: «Иди сюда, ты кто такой? Как тебя зовут? Я тебя не знаю, я тебя не рукополагал на служение. Ну-ка давай, освободи место». И будет стыдно человеку. Самозванцев было много в Коринфе. Эти самозванцы там уже Павла сделали никем и смешали его с грязью. Мы и здесь. Генералы, лидеры. А? Павел говорит: «Обождите, я приду с метлой и вымету вот это все». Слова возгордившихся, он говорит, я испытаю. Испытаю не слова, вернее, да, а силу. То есть насколько они сильны в слове, в Боге, в делах своих, в поступках, в своей жизни, по факту. Почему он говорит? Потому что Царство Божие не в слове, а в силе. Но не в физической силе, а в той силе Духа Святого, которая может проявиться в словах человека, который живет этим Духом и дышит этим Духом. Возьмите попугая, купите, научите его говорить, он будет вам говорить стихи из Библии. Но в этом не будет силы, понимаете, да? А когда это скажет человек, который пережил что-то и победил, пускай с потерями, но вышел победителем из этой ситуации, в этом будет сила, вот в его словах. Даже если потрепало сильно, будет сила в его словах. Теоретик, он
как бы будет целый весь такой вот ровный, а силы нету. Нету сил. Возлюбленные мои, братья и сестры, я желаю, чтобы в наших словах была сила. Сила пережитого опыта хождения с Богом. Легче всего говорить. Почему все время Писание акцентирует наше внимание на том, чтобы мы были не слушателями забывчивыми, а исполнителями Божьего Слова? Потому что слушать и соглашаться, аминь, аминь, легко на самом деле. А вот выйти отсюда и поступать так трудно. Вы знаете, я каждый раз, вот когда вижу нашу общину, я благословляюсь, потому что у нас люди делом любят. Все. Слава Богу. Я еще раз подчеркну, эту проповедь я говорю не потому, что у нас плохо все, а потому что у нас хорошо и будет лучше. Можете громко даже аминь сказать. Пусть так и будет. Я просто смотрю, сестры готовят. Я вчера вот на Сестринское приехал забирать сестер. У них тут больше, чем в шаббат еды. Надо братьев ставить, наблюдать за сестрами. Да. Что-то они там договариваются. Я шучу, конечно. Я на самом деле благословляюсь и радуюсь, что как бы вам это нужно, вам есть о чем поговорить, о женских каких-то вопросах, делах. И слава Богу, что это не формально, а действительно есть сестра, есть человек, у которой есть все-таки духовный опыт. И это ценные вещи, на мой взгляд. Просто вот в шаббат, да, вот, ну, я всегда удивляюсь, вот Жанна с такой, она каждый шаббат халу печет. Это что, понимаете, это надо купить муку, там, сахар, наверное, какой-то, яйца, вот, что там еще. И это же надо в печку, это замес надо сделать. То есть надо время потратить и деньги. Вот она решила так в сердце, видишь, никто ее не заставляет. Приносят эту шабатнюю халу, каждый шаббат, сделанный руками. Я считаю, это действительно любит человек делом. Еще там переезды когда, то, все, мы все стараемся участвовать, да? Община живет. Бывает там даже, если пощипают друг друга кто-то, ничего. Но все бывает. Главное, что мы миримся и любим делом, продолжаем любить делом друг друга. Потому что Царство Божие не в словах, а в силе. И вы знаете, можно сказать простые слова, а в них будет сила. А можно наговорить сложные слова, а силы нету. Просто звук. И он говорит, чего вы хотите, с жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости? Я уверен, желание Павла прийти с любовью и духом кротости. Но не оставляют ему выбора, и он должен прийти туда с жезлом. Жезл у нас там вот есть, я когда-то его сделал. А? Кому интересно, может посмотреть, что такое жезл. Эрнест, пойди принеси, пожалуйста. Эрнест знает, где он лежит. Сейчас принесет. У нас, я его еще только не покрасил в золотой цвет. Он железный. Ну так и написано, жезлом железным. Да. Я его не взвешивал, ну, тяжелая штука. И жезл для чего был нужен? Это символ власти. И Павел говорит, вам прийти как? С символом власти или любовью и кротостью? Он бы хотел, конечно, прийти вот так,
с любовью и с кротостью. Но, ну что делать? Вот приходится ему идти туда с жезлом. Возлюбленные братья и сестры, я искренне хочу вас всех благословить, чтобы мы на самом деле имели только профилактические проповеди вот, на данные темы, и чтобы мы не сталкивались с подобными ситуациями в жизни. Но если даже и столкнемся, что-то Эрика долго нет, но жезл у нас есть. Не дубинка это, а жезл. Вот. Видите? Кто хочет потрогать, можете взять и потрогать. Это как булава. Но это так и есть. Ну, конечно. Да, вот такой штукой вот наводили порядок. Кто захочет, подойдите, потрогайте. Ну, единственное, детям не разрешаю я, чтобы не упала на ногу и не травмировалась. Поэтому только для взрослых. Хорошо. Аминь. Вопросы, пожалуйста.